ask. Yeah. Okay, thank you. Свадьба. Ну, с ней фоточки делают. Сейчас мы им подпортим фоточки. Ха-ха. Гуляем тут. С Олей. Стэнфорда. Типа. Что там, один из лучших университетов на планете. Территория такая модная, да. Все ухоженное, аккуратненько. Всякие фонтанчики есть. Фигурки. Архитектура такая приятненькая. Ну, наверное, как в Италии. Больше похоже. Да. В общем, мощно зарядились. Там на заднем фоне. Ха-ха. Кто-то уже снимает. Так, ну ладно, пойду сюда. Ой, там какие-то скульптуры еще есть. Пройду здесь. Я тут нашла, смотрите, что School of Education. Вообще, что бы это могло быть? Ну, я думала, мне показалось, но я встретила еще одно такое же дерево, или что это куст такой, как будто с розами. Очень интересно. Решила обойти эту церковь. Нашла какие-то великолепные цветочки. Ну, они, в принципе, все симпатичные, но эти прям вообще... Шмель какой-то летает. Как будто лилии какие-то. Что это вообще такое, я не знаю. Выглядит просто супер. Вот эти мне нравятся, реально. Очень красиво. А если выше посмотреть, там еще какое-то дерево, типа с розами, не знаю, такое возможно? Это в парке Останкино
был зодчий. Похожее что-то делал. Но только здесь абстрактное, а он... Ну, в принципе, тоже богатыри. Что-то сказочное. Но здесь явно связано это творение с местными жителями. Так, друзья, фрески нет. Конечно, надо войти во дворик и посмотреть, что там. Ну, тут вот что-то красивое есть, но это цветы. Боже, это реально красиво. Ну ладно. Так, ну вот, входим. Наверное, прямо пойду. Честно говоря, не знаю, куда. Приду, но думаю, что здесь все дороги идут. Так сказать, к альма-матер. Так, велосипедики. Это оттуда я пришла, тут еще велосипедики. Газончик подстригают. Есть где поиграть в баскетбол. Там дальше теннисный корт. Вот, оказывается, чем занимаются люди, которые могут себе позволить обучение в Стэнфорде. А я там типа баскетбол, пляжный волейбол. Вот они где все оказываются. Водичку попить. Собачки тоже есть где. Все какие-то все общаги, общаги, собственно, вот это что ли? Учиться-то где? Так, ну все что-то туда едут. И идут. А мне что-то хочется вот сюда вот. Наверное, пойду туда, куда хочется, да? Мне кажется, я дошла. Забавно, что тут вот гоняют на этих вот... Как это назвать-то? Этот, не знаю... машинках для гольфа. Мне кажется, я дошла до нужного мне здания. Как мне кажется, вот этого. Так, мне кажется, я дошла. Так, нет, еще все-таки есть. Вот они там. А то я за всем барахлом книг не увидела, честно говоря.
как бы тяжело за вот этим всем снизу увидеть, что тут еще есть что-то. Ну ладно. А где всякая там математика, например? Или, я не знаю, ну там социология хотя бы. Уж там, уж. Как-то я не знаю, может, в библиотеке все берут, а не в книжном. Но, слушай, ну теперь точно все. Как бы. Ну, вот такой вот книжный. Походу везде гольф-поля, куда не придешь. Мне как-то страшно ходить там. Даже по дорожкам, честно говоря. Тут прилетит еще, пожалуй. Так что идем обратно. Вниз. Стэнфорд. Доехал до Слака, типа Дейзи в Сан-Франциско. Ну, короче, ну не совсем Дейзи, больше как XFL, линейный ускоритель, не кольцевой. Здание, где я буду речь толкать. Ну так, приятненько. Окружение вокруг. Такие горы, холмы. Растительности много уже, в отличие от всего остального. Проходной супер быстро был. Стайди показал. И тут нет, машина какая-то едет, вся утыканная камерами. Ну, в общем, там что-то на весь день планировали всяких переговоров. Сначала свою речь даю. Потом общаюсь с разными людьми. Праздник жизни, можно сказать, тщеславие. Праздник тщеславия. Ну, в общем, интересно. Ну, если удастся, что-то поснимаю. Такую микрокомнатку меня тут посадили, типа сейчас, ну, в общем, вот такая вот, не знаю, 3 квадратных метра, без окон, без дверей, раньше еще дверь есть, окон нету, ну, в общем, вот, ждем.
после обеда запустили в контрол-рум, посмотреть, как тут все это изнутри организовано. Ну, вот, в принципе, типичный контрол-рум. Куча экранов, рации, люди сидят, что-то обсуждают. Закончились мои выступления и митинги в Слаке. В общем, да, аккурат с 8 утра до 4 часов. Ну, забавно у них такой это фронт-билдинг. Красивенько, аккуратненько, а остальное все там, ну, видно такое. С 60-х годов, 70-х, 80-х, когда они там последний раз обновляли. Все такое вот и осталось. Офис-спейсы такие стрёмненькие. Ну, в общем, да. Ну, забавно, что побывал вот в контрол-руме. С людьми поговорил прям вот. Конечно, цепляет тема с управлением всяким. Что, ладно, посмотрим.